Так, Артов тоже подставился. СТБ вы его не добил, но я поеду добью, пробую сам. Лишь бы сейчас меня Артов не наказал за это. Окей. Тартойс. Они оставили базу, едем на базу за Артой. Не, ну дружище, ты оптимист. Есть пробитие. Я смотрю, ты оптимист. Есть пробитие. Готов. 25 секунд. Отсюда база не сбивается, чтобы вы понимали. Нужно сбивать ее откуда-то отсюда. С квадрата А7. А я не успеваю. Я не успеваю. Чел, сдохни, но сбей. Он ко мне смотрит, он на меня смотрит. Я подсветил тебя, он на меня смотрит. Давай. Стоп, он съехал? Куда он съехал? Отлично, СТБ, беги. Живем, хилимся, живем. Бля, СТБ хп потерял. Опа! Начинаются крысиные бега. Крысаул, крысаул, что ж ты бросил коня? СТБ гений. СТБ обманул этого чела и сейчас будет стрелять в спину Тартойзу. Каток. Еще каток нужен. Живет? Не живет. Убегаем. Слушай, дружище, у тебя что за обзор, сука? Ты там с трупами на ходу, что ли, едешь, или что? Вы, блядь, объясните мне, почему я Тартойс видит с такого расстояния? Шок-контент какой-то, блядь. Или уже не видит? Он уже не видит. У меня 8 пуль. У них 1400 хп, 1500 хп. На моих 8 пуль. Мне нужно типа всеми пробить, что ли? Да всеми до единого нужно пробить, вообще всеми. Господин Торт, а вы где? Стоп, он тоже в атаку поедет? А, окей. Я с вами, чуваки, свихнусь. С вашими рофлами танковыми. Рафляндия. Страна Рафляндия происходит. Блять, это что за рокировочка? Один съехал с захвата, другой встал на него. Слушайте, за минуту 12 я успею проехать по центру карты. Да? По идее. Нужно будет впитать тычку от торта, дать ему еще одну,
Сколько у торта хп? Блин, на 3 выстрела, ё-моё. Стоп, куда он едет? Меня дико раздражает то, что чел на 50, на 60 тп вот этом от базы вообще не отъезжает. Очень калит меня это. А где торт-то, блин? Он ко мне спиной был. 60 тп промазал. Попал. Херня полная. Цель захвачена. Пробитие. Уничтожен. У меня аж ладони вспотели. Народ. Здесь нет лайков, но их нужно ставить срочно. Боже. Стартойзом повезло, за 2 альфы убил. С альфой повезло, стартойзом. Хорошо. На стартойзе чел, конечно, гений. Он мысль правильную сделал. То, что он меня ждал с другой стороны. Но он не понял мысль, то, что если бы я поехал бы по второй линии, я бы не успел бы к нему приехать. Он этого не знал. Но бой стратегически очень грамотный, на самом деле. Реально приятные бои, приятные.